Привет, ребят, в мире Сайлент Лу Фьюри. Сегодня у нас вместе с вами розыгрыш БП. Прямо сейчас вышел новый сезон, а точнее старый, 12-й, возвращение старого Фортнайта. Это сезон, с которого я начинал, и я собрал просто великолепный сетик. Мидас, сзади его подсумок. Кирка не это стояла. Кирка стояла вот такая вот, тоже магнат, это кирка Мидаса. Потом зонтик Мидаса. Чемодан Мидаса. Дальше по эмоциям. У меня даже эмоции все из 12 сезона собрались. Короче, я настоящий олд. Это мой первый и мой любимый сезон. Кстати, слышите эту музыку? Тоже из 12 сезона. Ну а где токсики проводят большую часть своего времени? Конечно же в творке, ведь им нужно тренироваться и поддерживать форму. Смотрите, пишем в поиске A-O-N-E-K-O-O-L. Поиск. Первая карта это тренировка Аима, Редакта и Фрибилда. Ну а вторая это билдфайт. Мне на ней больше всего нравится замедление времени. Выбираем парное сражение. Ищем себе тиммейта. Я думаю, сейчас там тиммейт выпадет просто с первой попыточки. Потому что у меня из друзей 25 человек онлайн. Вы представьте, сколько там русскоговорящих человек сейчас будет. Просто, мне кажется, сейчас каждый второй будет русскоговорящий. Ну ладно, третий. Ну, с микрофоном, ладно, каждый десятый. А еще тот, который захочет со мной говорить, ну каждый двадцатый. Ладно уже, ладно. Итого накатка у нас 5 русскоязычных людей. Кстати, друзья, мы же не посмотрели, что в боевом пропуске. Смотрите. Так, вот такого чувак, я его знаю, с тремя пальцами. Тот, который рок-н-ролл. Но раньше он был мужчиной, теперь это почему-то женщина. Потом белая женщина, потом вот такой чувак. Я знаю, есть такой же, но с цифрой 8, и он черный. Блин, дальше не посмотрел. А Мидас будет? Не, Мидас был. Мидаса, если опять добавят, это будет сильно банально. Алло, алло, чувак, ты меня слышишь? А не Спеса, ты меня слышишь? Поставь вот такую вот красную метку, если слышишь меня. Метку опасности. Нет, метку опасности, вот такую красненькую. Боже, какие же все, я не знаю, боятся меня или что. У чувака, ну, видно то, что у него микрофончик, у него стоит этот значок аудио, но при этом он молчит. Молчишь, в жопе торчишь, вот так вот. А я такой пушки не помню, раньше не было скара. Раньше был автомат, а скар начинался с фиолетового. Ну, пистолет помню. Который по 50 в голову сносит, я тогда очень любил пистолеты. А тут старые циферки урона. Посмотрите, они олдовые. У меня плавятся мозги. И ППшка старая тоже. Это мои любимые пушки, потому что они самые олдовые. Алло, Дигов, ты меня слышишь? Дигов, алло, алло. А, ну ясно, у него выключен вообще микрофон. Ну что за нубланище, как мне поиграть? Вот бы мне сейчас попался какой-нибудь Крейзи Вася. Я с ним сыграл плотную каточку, но киллов у него было меньше, чем у меня, и я бы ему не донил БП. Было бы круто. А, БП, БП нужно досмотреть. Давайте досмотрим. Так, дальше кто идет? Да блин, там кто-то как будто бы похож на Грезу. Алло, ты меня слышишь, чувак? Are you hear me, bot? Are you really bot? Really bot? You focus can sleep, bot. Друзья, напоминаю вам про свой тег автора. Каждый месяц я разыгрываю 2 боевых пропуска среди людей, которые вводят мой тег автора. Смотрите, как его ввести. Заходим в магазин, в правом нижнем углу поддержать автора. Пишем A-O-N-E-K-O-O-L. Неважно, какими буквами, маленькими, большими, хоть заборчиком пишите. Главное, чтобы появилась зеленая галочка. Если зеленая галочка появилась, вы крутой чувак, участвуйте в конкурсе. Алло, чел, ты меня слышишь? тактик старый, это старый тактик, который мне почему-то все равно не нравился, я любил больше помп. А, вот такой вот был автомат. Вот такой вот автомат был. Но откуда у вас скар появился? А вот такой фигни не было. Алло, ты меня слышишь? Он тоже заблокированным микрофоном. Боже, какой же ты нищий. Помп, помп! Легендарный! Это тот самый! А он 200 сносит? Если сносит, то это жопа просто. У меня еще в этом сезоне из-за того, что он старый, у меня не фризит. А в тех сезонах как будто бы какой-то, я не знаю, 180, блин. Как будто бы какой-то input lag. И фризит, когда резко поворачиваешься. А тут вообще топчик. Я могу делать все, что угодно, и мне просто пофиг. И я все идеально вижу. Алло, Анастасаки! Ты меня слышишь? Чел, боже. Ты тоже нубланище без микрофона? Ну ясно, Анастасаки. Иди у сраку. Моряк?
У чела ник моряк. Говорить умеешь или ты бездарь? Здорово, здорово. Ты на колонках? Что? На колонках играешь? А, ой, зубную пасту это с маленьким надо. Алло! Нет! Нет! Он заблокировался! Зачем? Он был на колонках, и он испугался, что его мама услышит, как я ругаюсь матами, хотя я не ругаюсь матами. Ну давайте тогда уже хотя бы приземлимся, чтобы хотя бы одну локацию разведать. Это те самые боты? Они как будто бы ходят быстрее. Карабкаться можно, это уже не олд. На тебе попущ. Сейчас попущу. Попущу бота. А, он убежал? Серьезно? Серьезно, походу. Боже, Нублан, учись играть. Это босс? Это Snoop Dogg? Или кто это? Я не разбираюсь в этих рэперах. Там кто-то поднялся к моему тиммейтику, бедненькому. Ой, бедный. Я уже подбегаю к нему. Ай-яй-яй-яй! Что-то я не узнаю эти все коридорчики. Может, я просто уже старый и забыл. Мне вообще локация с Мидасом не сильно нравилась. Потому что сам по себе Мидас тогда был злодей, а я очень сильно следил за сюжетом, и я не поддерживал Мидаса. Я помню то, что мне из-за этого его локация не нравилась. Но еще она была очень сложной, туда летало очень много людей. Вильям, are you hear me? Hello. Hello. Моя твоя понимать? What did you say? Do you speak English? Yeah. Yeah. Oh, yeah, cool. You popus can bot? Yeah. What the hell did you say? You bot in Fortnite? Yes. Okay, bye, popus. Maseidon? Maseidon? Масей дно. Что? Ну, типа его зовут Масей, и он дно просто. Смотрите, сколько нужно патронов с этого пистоля. Ну это просто имба. Ну 8 пулек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну 7, 8, он бы умер. Это еще без учета попадания в голову. Алло, чел. Алло. Алло, здорово, слышишь? Алло, слышишь? Вот. Ты по-русски не говоришь? Не говоришь? Но, русский. Ай, блин, капец! А я, окей. Can you say... Как дела? О, yes, yes, cool. Can you say a Russian bad word? What is bad word? What is this bad word? Maybe fuck shit, but on Russian language. I don't know. I'm from Germany, man. Ah, you don't know. Блин. It's so sad. Точно, тут были такие карточки. Я совсем забыл про карточки. А может тут еще и синяя? А нет, только гарпунное ружье. Я думал, может еще синяя карточка будет. Помпик! Я уже в игре нашел помпик! One player. Окей, I help you. Тамам. Он выше. Нет! Нет! Иди нахуй! О, yes, cool, it's cool word, yes! Спрей! Сука, блядь, иди нахуй! О, yes, красава! Maybe you can speak Russian? No! No? No. It's cool. Oh, no! Ой-ой-ой! Ой-ой! Бака! Оба курва! You know about Бака? Бака? Как и бара? No! Ой-ой-ой! Бака! You know? Ой! Yeah! Блин, это чувак такой угарный. Вообще, он прям все шарит. Okay, I need to go. My mom can me... That I go to sleep. Bye-bye. Dagan.
Деградант, микрофон имеется. Ну понятно, что имеется, а вот, наверное. О, блядь! По-русски говоришь, нет? Нет! Блядь, блядь! О, супер, круто, да, круто, круто. Круто, круто, Боже. О, блядь, о, блядь, о, блядь. О, у чувака русский ник, а мне холодно. Ну скажи хоть что-то, я же вижу то, что ты умеешь говорить по-русски, у тебя ник русский. Давай, напряги извилины. Не, давай вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, на приятный парк, погнали. Алло, ты лох. Здорово, здорово. Говно поешь. Чего ты такой злой? Ты играть хотя бы умеешь, чтобы так агрессировать? Ну, бланище. Да у тебя мамы нахуй нету, сын параши. Иди поплачь, иди поплачь. Все, пошел мамочке жаловаться. Чего молчим, в жопе торчим? Боже, он заблокировал микрофон. Какой же бездарь. Что это такое? Просто с кем я играю? Чувак зашел сразу же просто с матов, накидал матов и пошел маме плакать. Алло, чувак, ты умеешь говорить? К логопеду ходил? Алло? А, ну Hello? Блин. Ладно, ладно, пока-пока-пока. Все, друзья, никто нам так и не попадается. Предлагаю просто идти в одиночное и не мучить себя. Как раз посмотрим вместе с вами новый сезон. Мне уже не терпится посмотреть новый сезон. Я очень хочу его посмотреть, но мне просто не дают мои тиммейты. Они без микрофонов. Я не могу с ними играть. Посмотрим БП. Так, вот это. Да, это все-таки греза, как я и говорил. Только раньше была просто греза, а теперь агент. Что это, ё-моё? Не, реально, как будто бы... Как будто бы настройки можно больше крутить. Ну так давайте так и сделаем. Сделаем мега красивую картиночку. Я давно в Fortnite не играл с таким разрешением. Просто в старых сезонах... В старых сезонах они реально хорошо отрисовываются. Это тот же самый Fortnite, почти те же самые текстуры. Просто старые сезоны даже работают гораздо лучше. У них оптимизация лучше. И, кстати, нету этого бешеного управления, когда влево-вправо дрыгаешь. Короче, персонаж тоже ходит по-старому. Ходит по-старому, но при этом умеет бегать. Или в 12-м он тоже умел бегать. Не, мне кажется, не умел бегать. Это недавно добавили то, что умеют бегать. Просто посмотрите, какое все четкое. Это ультра, но при этом не отрисовывается трава. Вот это было время, да? Капец. Вот если бы было сейчас так, я просто не представляю. Было бы... Топчик. Но я Fortnite давно таким не видел, я просто счастлив. Еще мне выпал Fuel Pump и синий автомат. Это набор в этом. Точно такой же набор был в старых боксах, в которые я играл тоже в 12-13 сезоне. Это были мои любимые боксы. 22 по беленькому. По тепленькому. Да ты куда убегаешь, ну? Убегает не пойми куда. Что за нублан? У автомата, кстати, какой-то странный разброс. Теперь на автоматах в новых сезонах разброс только вверх-вниз. А тут еще и влево-вправо, вы видели? Я выстрелил патронов 6, из них попал 3, а остальные 3 тупо по разным сторонам разлетелись. То есть разброс тоже был другой у этого автомата. Аирдроп, аирдроп! Я 100 лет не видел алдовых аирдропов. Как они сейчас выглядят? Тут еще и синий дым. А раньше был синий дым? Ну, раньше я помню, что в 12 сезоне было, а в наших сезонах есть. Там кто-то бежал, я видел по визуализации, он как будто бы в этом кусту. Ну, ладно. Давайте сделаем вид, что мы убежали, а на самом деле мы тупо тут спрячемся. Ну, я слушаю, уже приземлился, я поэтому иду забирать. Мне пофиг, где тот чувак. Мне главное забрать мой аирдропчик. Очень боюсь вот этих вот штучек, которые летают в небе, видите? От... Ладно, не буду застраиваться, не сильно долго открывать. Выпало то же самое, что у меня уже есть, подушки-пердушки. Ну, не пердушки, а подлеталки, но я их называл пердушки. Раньше задания были прям алдовые квесты. Нужно было приходить на определенную точку, с определенным человеком разговаривать. И задания раньше были интересные. Сейчас задание нанести урон, вот такое вот все, пролетите расстояние, это все фигня. Я помню, в каком-то из сезонов раздавался карась разноцветный. И нужно было на всех локациях понаходить баночки с краской, чтобы у тебя были цвета на кастомизацию этого карася. Вы представляете, насколько раньше было круче? А, верстак алдовый, который зарезы улучшает.
Это что просто? Это капец. О, я такого я не помню. Так, подождите. Мне нужны камни. Мне нужно чуть-чуть камня, пожалуйста. На этой локации нету. Нет, есть камень. Есть. И граблер. Ну, граблер это просто топчик. Я помню бесконечный граблер грезы. Это было что-то с чем-то. Это капец. Это капец. За ресурсы улучшать пушки. Я могу сейчас тупо нафармить, и у меня будет все. Вот вы представляете, я в этот сезон играл, когда мне было 10 лет. Это 5 лет назад. А самое интересное, то, что тогда я еще не умел играть. Но я и сейчас не особо умею. Мой пик был, наверное, в сезоне 14-м. А потом я как-то разучился. Это все ради того, чтобы собрать мой любимый сет из 12-го сезона. Я помню, я так бегал. Но еще у меня была обычно на третью пушку какая-нибудь мифическая. Да, третья пушка у меня всегда была какая-нибудь мифическая. Я убивал босса, либо же выбивал с какого-то чувака мифическую пушку и гонял с мифической пушкой в третьем слоту. Ура! Все, у меня сейчас будет сетик. Боже, какие же все будут боты, когда у меня будет сетик. Давайте. Ой, ну это блаженство просто. Это просто блаженство. Я золотой Мидас с золотыми пушками, с золотым скином, с легендарными золотыми пушками и с золотой киркой иду просто наказывать. Я еду наказывать. Я уже мчусь наказывать. 36, 35. Убил попуска! Убил! Где это нубланище? Он разбился? Серьезно? Такое бывает? Люди умеют разбиваться? Я думал, я думал, сейчас так никто не тупо не умирает. Тут какая-то фигня случилась, просто произошла. Да иди ты в жопку, блин. Тут еще и бот остался до сих пор. На тебе, ботиха слитая. Бежать не могу, спринт закончился. О, так давайте на вот этой штуке поедем, она топовая. Вот эта штука, она очень топовая, я помню. А тут рыбка выпадет? Да, выпадет. А, нет, выпали кокосики. Ну, давайте покушаем кокосики, что ли. Все-таки тоже нужно похилиться. Возьмем вот это. И вот этой штукой повылавливаем рыбку. Круто. Ну, поплыли. Я это помню. Она как машина едет. Она, возможно, даже быстрее, чем машина. А я помню, знаете, какой все раньше делали прикол? Вот здесь вот водопад. И чуваки тупо брали и застраивали весь пол. И когда ты убегаешь с той локации на водопаде, ты просто прыгаешь сюда, а тут все застроено. И все. А там что? Интересно. Стойте. Что тут? Там, походу, кто-то есть. Нет, тут гномик. Заберите гномика. Я помню, раньше нужно было собирать этих гномов, да. Я такое помню, я олд. Я собирал. Я даже квесты по ним смотрел, представляете? А вы скажете, а кто же не смотрел в то время? В то время все смотрели квесты, а сейчас уже все, квестов не делают. Бедный тот чувак, который на ютубе снимал разбор квестов. Они только вышли, у него уже через 20 минут выходит видео, как их проходить. Ну все, остался он без работы. Так, тут какой-то киберкольт. Киберкольт? Киберкольт это, если что, киберкотлета? Ну как будто бы реально киберкольт какой-то. Ну да, у него еще и хп мало. Ну, погнали его заберем, что ли. Не знаю. Предлагаю забрать. На тебе попуск! На что ты надеялся против меня редачить? Ну, вот на что ты надеялся? Просто я даже потанцую джамп-стайл. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Блин, как же круто играть в старом, в древнем сезоне. Вы просто себе этого не представляете. У него мифический? Мифический? Как стреляет? Офигенно. Меняем. Меняем, просто меняем. Вот так.
Я даже похилю аптечку, потому что тут еще одна есть. Я вот это вот все застрою кирпичом, потому что через кирпич... А, нет, через металл видно меньше всего, чтобы чуваки просто это все не увидели и ничего не забрали себе. Но ракетницу, я думаю, можно забрать. Ракетница это топ. Сломаю, поставлю еще одну тут стенку, чтобы никто, не дай бог, не увидел это все богатство. Сколько же у меня лутецкого? Но при этом у меня нету ни одной банки, чтобы захилиться на фул. О, я помню этот домик. Я очень рад. Я прокачаюсь до сотого уровня, это 100%. Прям 100. Я никогда не делаю таких утверждений, но... В этот раз пришлось. Но я просто не представляю, как в этом сезоне можно не прокачаться до сотого уровня. Да и тем более, когда я играю на ультра. У меня все красиво и без импут лага. Ну не знаю, импут не импут, но... В новых сезонах у меня очень сильно фризит, когда я просто резко поворачиваюсь. Я резко поворачиваюсь и все. У меня тупо бам-бам-бам и 15 FPS. Ну потому что не оптимизируют игру. Только коллабы делают ради денег. Ради денег. Раньше все было ради комьюнити. Раньше квесты интересные создавались. Не то, что сейчас. О, Мяускул. А чего это его тут разворотили? Или Мяускул в 13 сезоне появился? Нет, Мяускул в 12 точно помню. Он уже тогда был. На тебе. На тебе! Там еще кто-то. Убегать! В срочном порядке хилиться! Боже, какой же бот! Пришел на своем краше, думал, меня сейчас попустит. Он достал кирку. Я подобрал тайминг и отредачил под ним, когда у него кирка. Вы просто понимаете, я еще и побэблю. Я просто токсик, я токсичище, я не могу, с меня прет. У меня такое хорошее настроение в честь этого олдового сезона. Я настолько рад. И у меня настолько горит из-за того, что я не смог найти себе тиммейта и заснять рубрику токсика. Эй-эй-эй, чё ты спамишь? Я тут спамер главный. Новичок, походу, он даже без скина. Ну, в те времена, кстати, все бегали без скинов. В те времена бегать без скинов, это считалось норма. В те времена бегать со скином считалось то, что фу! Ты кто вообще такой? Я помню, я один был, кто был со скином среди моих друзей. И мне очень сильно тогда завидовали. Ну, я не знаю, завидовали, не завидовали, но... Я себя чувствовал просто королем. Так, два человека осталось. Ну, я на верхушку, конечно же, забираюсь. Что мне? Так уж и быть. А, вон он бегает. Ну, давайте по нему ракетницы запилим, что ли. Одну попал. По 12 урона они сносят. Как-то маловато. Мне не нравится такое. А, вот он. Да-да-да, попробуй попади. Я мастер манцов. Ладно. Нубяка! Нубяка, учись играть. Учись играть, нубчик. Там еще, походу, один этот чувачок. Нет, тут уже медведь. А, тоже гном. Тоже гном! Я, походу, найду всех гномов без гайда. Ну что вы, где все? Ботики? Я помню, раньше не было такого слова, как попуск. Все говорили бот, ботик. А потом появились тачки 3. И там понеслась просто. Что? Слушаю звуки противничка? Нет. Ну давайте тогда построим себе халабуду, что ли. Могу себе позволить. Так-то ресов достаточно. Тут просто будет более удобно мне смотреть. Я выиграл! Я выиграл, просто подумав об этом челе. Я только о нем подумал, он уже умер. Вы просто понимаете, мое могущество токсичное. Я его просто расплавил своими мыслями. Но это что-то невероятное. Этот сезон просто великолепный. Каким был, таким и остался. Так, мне сразу же дали какую-то штучку. Дали гитару. Дали ремикс зонт. С чем это связано, я не понимаю. Сезон Fortnite ремикс. А, ремикс. Типа, настоящая. Что-то настоящее. Настоящая песня, а ремикс — это изменение песни.
только в более крутую сторону. То есть у нас был 12 сезон, нам его вернули, но изменили в более крутую сторону. Вот поэтому ремикс. Видите, как я все расшифровал? А также 15 боевых звезд. Давайте тогда сразу же купим себе боевой пропуск! В сегодняшнем нашем видосе боевой пропуск никто не заслужил, потому что никто вместе с нами не выиграл. Я выиграл исключительно в соло, я нанес все киллы, все уроны, я сам с собой продержался и дошел до конца. Я думаю, я заслужил. Какая тут крутая песня. О, да! Это было изи. Все, 100-й уровень обеспечен. Я вас уверяю, у меня просто будет 100-й уровень, это 100%. Так, я сразу же беру вибаксы, это первым делом. А дальше, вторым делом я беру эмоцию. Что тут за эмоция? Ой! Какая же она топовая! Все, я это оставляю! Я это забираю! Нажимаю использовать! А, след от падения типа веном. Какашечки черные. Тоже берем. Ядовитая слизь. А, обертки у меня стоят свои топовые, мне они нравятся. Вот эта штучка выглядит круто, тоже берем. Я все никак не могу нарадоваться новому сезону. Друзья, кто тоже рад новому сезону, а точнее старому 12-му, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях свои ощущения. Я вижу, народу очень нравится, потому что в сети сейчас почти что 3 миллиона человек. И при этом в перезарядке всего 4000. Вы представляете, насколько стала никчемная перезарядка после того, как добавили 12 сезон. Друзья, ну это мы, пожалуй, закончим. Не забывайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайки. Не забывайте вводить мой тег автора, потому что среди своих подписчиков, а также те, кто вводит тег автора, я разыгрываю 2 боевых пропуска каждый месяц. Не упускайте возможность, заходите в магазин предметов и вводите тег автора. Всем пока!